Попали в гости к знаменитому герою, дедушке Мазаю, как его зайца. Театрализованное представление по мотивам стихотворения Николая Некрасова – любимый пункт программы посещения усадьбы Карабиха у всех детей. Любимые герои не только погружают в сказочный мир классика, но еще и вдохновляют на собственное свершение. Такое представление вдохновение дает? Да. Думаю, хочется написать тоже что-то про животных. Те, кто пока не готов взять перо в руки, но тяготеет классики, создают книги с произведениями Николая Некрасова. Стихи поэта, иллюстрации, к примеру, 11-летней школьницы из Твери. На мой взгляд, такая книжка помогает школьникам окунуться в мир творчества Николая Алексеевича Некрасова и стать соавтором знаменитого поэта. Помогает ребятам оказаться в тех ситуациях, в которых оказались некрасовские герои, самим создать ту реальность, о которой писал когда-то Николай Алексеевич Некрасов. Такие миниатюрные издания представили на выставке. В начале года среди школьников и учеников профессиональных училищ был объявлен конкурс на лучшую книгу, сделанную своими руками. Рукописный текст и иллюстрации, обложки с использованием бересты и тиснения на фольге, серебрение и золочение переплета. Представлены издания – настоящие произведения искусства. Большинство созданы в единственном экземпляре. Книга оформлена в футляр. Футляр из бархатной бумаги, резной, книга, кожаный переплет, ручная раскраска обреза, оформлен такими замочками и на обложке из бересты рисунок известной иллюстрации. Поэтическое наследие классика уже много лет вдохновляет людей на создание собственных произведений. Антураж усадьбы Некрасова привлекает гостей со всей страны. Из таких грандиозных событий, которые нас ожидают летом, это, конечно, всероссийский праздник, некрасовский праздник поэзии. И мы готовим ряд выставочных проектов к этому мероприятию. Экслибрис – книжный знак, удостоверяющий личность владельца книги. В рамках фестиваля, посвященном творчеству Некрасова, среди художников прошел конкурс на лучший эскиз экслибриса. Теперь они представлены здесь, в усадьбе Карабиха. Два из них наиболее примечательных. На одном изображен домик управляющего усадьбы, на другом – кабинет самого поэта, в котором и получили жизнь известные произведения. Наталья Антонова, Георгий Иванов. День в событиях.